Добрый день, уважаемые подписчики, зрители канала, я всех приветствую. В предыдущих роликах мы показали вам, как мы готовили площадку под строительство, показали вам, как готовили площадку под фундамент первого корпуса, также рассказали, где находится, как выглядит офис нашей корпорации. Сегодня я вам расскажу следующий этап. Значит, начали мы с того, что построили бытовку на территории нашей площадки для того, чтобы хранить там цемент, какие-то материалы, инструмент. Нам необходимо было завести воду на площадку. Мы получили разрешение, вырыли канаву под трубу. В некоторых местах пришлось поработать ломом. Уложили водопроводную трубу, и к нам приехала бригада с компанией, которая установила счетчик и подключила нам воду. Значит, на этом, дорогие друзья, мы закончили все подготовительные этапы и приступили уже непосредственно к строительству. Далее мы смонтировали и установили опалубку под основание колонн. Приобрели бетономешалку, сделали закуп материала и приступили к бетонированию оснований. Все работы на строительной площадке мы контролируем лично. Также занимаемся подбором и закупом материалов. На этом наш этап заканчивается. Подведем небольшой итог. Мы приступили к строительству фундамента под первый корпус. Забетонировали 12 оснований. Дальнейшие этапы будем показывать в следующих роликах. Друзья, подписывайтесь на наш канал. И всем спасибо за внимание.